В этом году Чувашский национальный конгресс проведет в регионах нашей страны марафон «Многонациональная культура народов России». Первым городом, куда отправилась специальная делегация, стал Санкт-Петербург. В культурной столице делегация посетила молодежное отделение ЧНК в Ленинградской области. Наше молодежное чувашское объединение в Санкт-Петербурге, оно достаточно большое, и количество членов, там активных членов, которые участвуют в наших мероприятиях, составляет около 50 человек. Среди участников проекта не только представители нашей республики, но и активисты чувашских национально-культурных автономий из 12 регионов России и ближнего зарубежья. Например, Лидия Григорьева представляет чувашскую культуру в Эстонии. Очень трогательно это. И поэтому еще раз вот приеду сейчас еще сильнее будем работать и прославлять чуваши. Делегаты провели мастер-классы по различным направлениям чувашской культуры и организовали большой гала-концерт. Следующие этапы марафона пройдут в Тюменской области, Татарстане, Башкортостане и Республике Крым.